Сегодня печальная статистика чудом не пополнилась новыми цифрами. На Московском проспекте лоб в лоб столкнулись две иномарки. Очевидцы говорят, что водитель «Шевроле Авео» двигалась по дороге с превышением скорости. Прямо у пешеходного перехода машина выехала на встречную полосу и столкнулась с другой легковушкой. От удара в обоих авто сработали подушки безопасности. Пострадал водитель «Киа», его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Иномарки получили серьезные повреждения. С места аварии их увезли на эвакуаторе. Из-за ДТП на Московском проспекте образовалась серьезная пробка. Движение нормализовалось только спустя два часа.